По последним данным, в результате теракта в лондонском метро пострадали 19 человек. Все они были госпитализированы с различными травмами и ожогами. Как сообщают местные СМИ, в хвостовой части состава взорвался белый контейнер. Лондонская полиция приступила к расследованию произошедшего. А в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит проходит заседание чрезвычайного комитета «Кобра». На данном этапе мы рассматриваем случившееся как теракт. Расследованием дела занимается контртеррористическая полиция Лондона. Пока что очень рано делать какие-либо выводы относительно того, какое вещество использовалось во взрывном устройстве. Мы будем предоставлять вам дополнительную информацию в течение дня. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Лондона. Кто увидит подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, сразу же сообщать об этом в полицию.